В районе мелькомбината в частном секторе один из жителей самовольно увеличил свой участок земли на 84 квадрата. Соседи стали жаловаться, что на пустыре вскоре будет стоять жилой дом, а из-за забора места для разворота пожарной или скорой не хватит. Сотрудники Росреестра уже выдали предписание хозяевам, чтобы те в границы свои вернулись и штраф за самодеятельность оплатили. Вот и приехали из Росреестра проверять, а вместо владельца участка арендатор. А здесь проживает? Ну? А где он? Он сам там, в этом доме живет. Работает в магазин. Забор как стоял, так и стоит. Штрафы до сих пор не оплачены, а тянется все это с мая месяца. Забыл или проигнорировал, уже не важно. Главное, в сроки не убрал. За неисполнение предписания гражданину также грозит административная ответственность по статье 19.5 неисполнения выданных обязательных предписаний государственных органов, и судом налагается штраф в размере для граждан от 10 до 20 тысяч рублей. Если не исполнить предписание, то штрафы так и будут копиться. И в один прекрасный момент на пороге появятся судебные приставы. Забор уже будут разбирать они. Баир Цыдыпов, Андрей Дармаев, новости дня.